Всем привет! Так, сегодня у нас, сейчас скажу, какое начало февраля, 6 февраля 2018. Смотрите, решил с вами прогуляться на железнодорожный вокзал, посмотреть наши поезда, железнодорожный вокзал города Липецка. Вот так все это выглядит. Показать вам хочу все, что здесь есть, как выглядят наши составы железнодорожные. Хотя тут показывать, я смотрю, нечего. Поезда стоят только товарные, круглые цистерны, вагоны. Необычно, ничего интересного нету. Ни одного даже поезда такого для людей, скажем, обычного, плацкартного. В общем, такая штучка. Думал, что-то есть. Но покажу вам все равно, что все, что вокруг. А вы посмотрите. Солнышко сегодня светит классно вообще. Морозец есть где-то минус 8. Погода вот такая крутая. Покажу себя, ребята. Ну, в общем, мы с вами немножко прогуляемся, посмотрим на поезда. Ну, а поезд один стоит или там нет, ну, вижу только один. Сейчас, подождите. Ну, там может быть еще где-то. Вообще народу никого, время 12 часов дня, народу вообще никого. В общем, вот так выглядит железнодорожный вокзал у нас сейчас. И мы с вами гуляем по Липецку. Автобусы там ездят, снег, морозец, и мы чуть-чуть прогуливаемся. Так, сейчас я вам еще покажу, секунду. Тишина полнейшая, блин, думал, здесь что-то есть, сейчас прям интересно, нету ничего. Вот такие елочки стоят, нарядные, наряженные. Там вдалеке женщина где-то идет, пытается перейти, может, железную дорогу или просто. Вообще, Липецкий вокзал слабенький, если честно, достаточно. Допустим, если вокзал в других городах брать, там более он, скажем, насыщенный, что ли, движение более сильное. Здесь поезда очень редко ходят. В отдалении мы находимся. Вот так выглядит с этой стороны все. Люди, машины. Вот автобусы стоят, автобусная остановочка есть. Можете посмотреть, там торговый центр тоже небольшой. Ну, вот так все выглядит. Хотел... Все, что хотел, показал. Вот автобусы наши, разные автобусы есть, которые ездят. Посмотрели немножко, погуляли, все. Пока что все. Ждем следующих видео. Пока всем.